я Алиса Че, и вы на канале Че Гейм. Я сегодня хочу поиграть в игру, которую, наверное, вы все знаете. На самом деле, она очень прикольная. Я помню, что играла в нее где-то 2-3 года назад. И мне сейчас очень интересно посмотреть, что в ней изменилось. Заходим в игру, и нас вот в такой вот город сразу отправляют. Тут у нас 3 локации, я так понимаю. Здесь можно домики строить, здесь основной город. А тут, получается, можно людей создавать. Я хочу создать себя, потом, не знаю, построить себе дом или квартиру. Вот, девочка какая-то нам дали, цвет кожи, переборщила. Ну, может быть, вот такой где-то. Ноги, руки у меня вроде бы обычные. Да особо никаких причесок у меня нет, можно только цвет изменить. У меня где-то вот такой, кажется. Ну, вот обычный коричневый. Вот! Примерно такой русый. У меня не длинные волосы, не прямо вот как здесь. Да, ляшек. И у меня достаточно короткие. Примерно такие, но прическа все равно не моя. Пусть будет такая. Не могу выбрать. Давайте вот такая вот. Самое лучшее, что я могла выбрать. Бороды у меня нету. Похоже, да? Глаза сделаем такие. Думаю, самые обычные. Цвет бровей мы тоже меняем. А то они у меня какие-то... Реально белые. А, нет, они у меня даже фиолетовые. Хорошо, изменили мы брови. Проколов у меня на бровях вроде нету. Теперь рот. Давайте просто такой вот ухмылочку. Или давайте все обычное, чтобы потом все что изменить. И румянец давайте вот такой. Морщин у меня нету. И теперь самое интересное. Выбираем одежду. Так, конечно, я не оделась. Это все очень ярко для меня. Возможно, вот такую я выберу. Вот. Прям точно. Давайте посмотрим, что еще есть. Платье не хочу. Да, вот так оставлю. Обычное худи, штаны. О, сосиска и кепка. Только она почему-то очень странная. Ладно, убираем. О, мороженое и осьминожек есть. Вообще мороженое мне нравится. Как все сложно. Муки выбора. Очков у меня нету. Выбрать какой-нибудь вот такой вот ободочек. Да. Ну, отлично, я думаю, у меня получилось достаточно похоже. Оцените в комментариях, насколько эта девочка похожа на меня. Мне кажется, достаточно похоже. И теперь мы будем строить мне дом. Вот мы куда-то приехали. И вот я выбирала дом или квартиру, я решила, что все-таки квартира, там уже все построено. А вот дом самому делать, все хорошо. Можно тут кофе попить, давайте кофе возьмем. Что тут еще есть? Какая-то коляска. Ой, собака прикольная, мужичок. Отлично, пошлите. Вот домик. Давайте сейчас его и сделаем. Где же он будет? Мне кажется, самое милое здесь место, самое прикольное, это вот возле прудика. Давайте здесь его сделаем. Вот, маленький, аккуратненький. Очень быстро, кстати, строится. Смотрите, он уже готов. Мы пришли. Тут уже ванная, кухня. Вот здесь будет не моя комната, мне кажется. Мебель у нас вот здесь. То, что нам не нравится, мы можем убрать. Ну вот, нам выпадает спальня. 2 кровати. Ну, я думаю, вот эта кровать. Можно повернуть? О, повернуть можно. Прикольно. Сюда ставим. Коврик. Такой белый коврик сюда ставим. Еще тумбочки. Я хочу поставить шкаф. Думаю, полочки тоже сюда очень подойдут. Сюда. А, она не помещается. Очень маленькая у нас пока комната. Я думаю, потом... мы сможем приехать в большой такой дом, большущий. Полочки, вот раз, вот два, 2 полки пусть будет, потому что я так захотела. Картины, картины я люблю, давайте повесим. Вау, красота, котик прикольный, мне нравится. И, конечно же, вот эту стену мы обделить не можем, тоже вешаем разные прикольные картиночки. Ну, слушайте, мне уже начинает нравиться. Очень даже прикольно получается. Тут есть еще какие-то тумбочки. В принципе, можно сюда его поставить. Тогда вот прям получится завершенная, но мне она не очень нравится. Можно поставить маленькую. Маленькую, чтобы не столько места занимала. Вот, прикольно. Все, отлично, оставляем. Мне нравится. Супер просто топчик. Так, мне не нравится это радио. Мы его убираем в мусорку. Что здесь можно сделать? О, еще можно обои менять! Можно убирать цвет, красить. О май гад. Так, хорошо. Выбираем, допустим, какой-нибудь. Можно... прикольно. Я всегда хотела себе темно-синюю спальню.
Вот. И пол пусть будет просто таким синеньким. Блин, красота. Красота, не могу. Напишите, ребята, вам нравится такая или не нравится? Еще обои есть разные. Тут у нас, я понимаю, нет гостиной. Думаю, вот здесь можно сделать что-то типа что-то наподобие. Знаете, какой-нибудь нейтральный, например. Такой вот. Даже, не знаю, голубой обычный. Диванчик сюда вот. Да, да. А, смотрите, что я нашла. Разные игрушки, книги. Можно, то есть, расставить себе по комнате. Ну, конечно же, я это сделаю. Две подушечки. Конечно же, мы можем положить. О, мне нравится. Смотрите, есть еще какая-то милая зверушка. Тоже его сюда кладем. Книги, в принципе, тоже можно на полках расставить. Вот, тут три книги, я так понимаю. И три книги стоят. И одна лежит. Красненькая книжка. Не знаю, будут они повторяться у меня или нет. И одна пусть лежит. А, она тоже будет стоять. Я хотела, чтобы она лежала. Она стоит. Почему так работает? О, в вазу можно цветок поставить. Давайте поставим. Вот, цветы. Красота. А несколько можно? Ну, мне один нравится, поэтому не надо. Что тут еще? Разные маркеры, куда их можно поставить. Сюда, например. И сложим в коробочку. Почему он не берется? Маркер дайте, пожалуйста. Хотя бы один. О, один. Ура, один маркер. Так, одна уже победа есть. О, еще один есть. Второй. А почему? Нет, давайте не рядом. О, хотя бы так, ладно. Ура, наша победа. Готово. Музычка. Можно сюда. Часики. Мы забыли добавить разные зеленучки. Зеленучки. Конечно же, очень люблю. Поэтому поставим их везде. Какой-нибудь цветок красивый. Например, сюда у нас одни цветы. Ладно, вот это можно поставить сюда. Тут еще разное освещение есть. Можно свечки поставить. Все, как я люблю, короче. Отлично. Мне очень нравится. А вам? Думаю, еще нужно повесить картины, и, в принципе, можно уже будет жить, поживать. Вот лошадку мы еще не вешали, но мне нравится кот. Коврик еще можно. Все, думаю, кухню мы сделаем с вами потом, только стол у нас куда-то уехал, ставим его обратно. Вот я вот со своим капучино горячим, ура! Пьем. Мне очень нравится стаканчик, давайте его сюда поставим. Смотрите, у нас шкафы, и нету вещей. То есть, давайте пойдем на шопинг. Это логично. Я как раз видела где-то в локации магазин. Я думаю, что мы там что-нибудь найдем. Какие-то игрушки, какие-то товары для дома. О, посмотрите, есть собаки-кошки. Это не магазин с одеждой, но тут есть разные такие прикольные, очень милые зверушки. Ну, я думаю, что обязательно. Как жить в этом мире одной, без кого-то, вот, вообще, берем корзиночку. Думаю, нам продукты тоже домой надо закупить, конечно, а потом уже пойдем за одеждой. Думаю, мыло, без мыла как вообще жить? А, молоко! Давайте возьмем молоко, берем сыр. Только у нас нет денег, я не знаю, чем мы будем платить, но... Ладненько, берем щеточки. Джем возьмем, конечно. Пиццу я не ем. О, мы деньги нашли, ребята. Ура. О, смотрите, сколько денег. Красота. Лайфхак. Если у вас нет денег, чем платить? Идете в магазин, находите полку с хлебом. И давайте там рыться. Собаки разные прикольные. Давайте кого-нибудь выберем. Я так хочу себе питомца. Пауки. Это можно голубцы? Мы выбросили паука! Блин! Вот так, ладно. Это есть... Это кто? Это котенок? О, какой милаш! Давайте возьмем его. Дайте деньги кому-нибудь. На. Держи деньги. Отдай свои деньги. Хорошо. Берем кота. И нам нужен, получается, еще для него корм. Давайте отнесем это все домой. Я думаю, мы с вами отлично закупились. Ставим это сюда, потом вернемся домой. Все разберем. Сейчас мы идем за одеждой, как и планировали. Ну, давайте хотя бы несколько луков. О, посмотрите, какое красивое я черное платье нашла. Слушайте, мне нравится, можно взять. Вот, берем сумочку.
Что туда складываем? Очки, просто посмотрите, какой топ. Тоже топ, тоже берем. Собираем семечки в городе. Вот такую пижаму, если возьму, она прям топчик, топчик. И сумочку красную, допустим. Нам нужно что-то красное под красную сумочку, ну, допустим, красное платье. Все, бери в ручку и пойдем. До свидания. Без оплаты. Спасибо. Пока. Все, мы пришли. У нас тут уже есть кошечка. И можно все начать раскладывать. Развешивать наши вещи. Вот платьишки разные. Денежки. Сумочку сюда. Странно, сумочка стоит. Во, вот тут хорошо стоит. А, очки. Замечательно. Теперь можно раскладывать продукты, а то у нас продуктов вообще нету. Джем. Мы купили хлеб. Куда хлеб можно положить? У нас пока даже некуда хлеб положить, поэтому положим его в холодильник. Яблоки, или это клубника, я даже не знаю. Морковь, яйца, молоко, сыр и мыло. Ну все, я все вытащила. У нас даже мусорки нету. Интересно, как мы живем? Ну хорошо, сумочки пока сюда поставим. Мыльце сюда. В раковину бы просто кинула, хорошо. Потом, думаю, обустроим и будет куда положить. Давайте полочку хотя бы положим, чтобы было куда все поставить. Дайте полочку, ура, вот она. И ставим сюда. Ребята, я на этом закончила. Думаю, вам понравилось мой дом, мои образы. Если это так, то обязательно ставь лайк. Подписывайся на мой канал. Ну, а с вами была Алиса Че. Всем пока!